бумаги подпиши. Какие бумаги? Что мы с тобой разводимся. Ты меня любишь? Больно мне от этой любви, Сережа. В пятницу. Бежать надо. Куда бежать-то? Посмотри, как полыхает. Все началось, когда бои еще гремели на всех фронтах. Давай в лес, бегом, быстро! Пройдя пекло войны, кажется, что весь ужас давно позади. Тише, все будет хорошо, ты жив. Спасибо тебе. Знакомьтесь, Петрова Жизель Любикова, моя законная супружница. Мечты тают, лишь показавшись на горизонте. Злой ты какой-то, Сашка. Как будто не было нас ничего. Сережка твой шпион, оказывается. Неправда! Это мне решать. Говорил же, будешь моя. Отныне беда становится злополучным спутником. Блудит твоя Жизелька! Вы арестованы по подозрению шпионажа. Я мужичка твоего любимого. В лагерях знаю, ясно? Надоел ты, Жизель. Избавиться она от тебя хочет. Сергей! Жизель, успокойся! Сергей! Джудит Дэвис, Антон Пампушный, Елена Лядова и Иван Кокорин в фильме «Я дождусь» в пятницу на ТВ Рус.